Привет, представься. Привет, я Алексей Басанов. Живу в городе Щелково. Мы тут занимаемся спортом, называется воркаут. Как часто вы тренируетесь, ребят? Мы тренируемся тут каждый день и выполняем достаточно сложные гимнастические и силовые элементы. Вот. А ты сам что-нибудь покажешь тоже, да? Да, я могу показать. Давай, давай, давай. Сейчас. Вот, ребята, они крепятся за какие-то... Называются лямки. Лямки, да? Да. Лямки. Так, вот сейчас все живое. А если погода плохая? Тоже тренируемся. Тоже тренируете, да? Подстраиваемся под погодные условия. Обалдеть. Вот. Давай следующий, кто там пошел. Сломался. Следующий есть еще кто, ребят? Давай. Давай. Вот еще по один. Это мы к ним подошли, они во время тренировки, все происходит спонтанно. То есть. Скажи, ну а в чем вы сложности, ребят? Вот кто-нибудь скажет, вот вы к чему идете? Вот есть ступенька 1, ступенька 2, ступенька 3. Ну, вот. Развитие гибкости, силовых качеств каких-то, ловкость. То есть у вас еще предела нет, да? Можно заниматься. Да, можно достичь таких высот, что капец. Ну а к вам еще кто-то приходит, вот рядом ребят ходят, они могут с вами начать заниматься? Да, да. Вы можете подсказать? Совершенно, может взрослый человек даже начать заниматься. То есть вы можете подсказать, что как начинать, конечно, да? Конечно, да, конечно. Начинающим поможем обязательно. То есть мы находимся вот в городе Щелково, улица... Пролетарская, дом 17. Да, ну Пролетарская, Космодемьянская. Да, все, да. Ребят, желаем вам удачи всем. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.